Ну а туристы и жители Нью-Йорка в эти выходные осаждают городской оазис в Бруклине. Ботанический сад, где распустился огромный цветок мартицы. В природе встречаются экземпляры весом до 100 килограммов. Любоваться флористическим чудом лучше издалека. Он издает отвратительный запах испорченного мяса. Многие посетители зажимают носы, но запечатлеть редкое явление хотят все. Зацветает гигант всего лишь один раз в 5, а то и в 10 лет, и всего на 2 суток.